Встречи руководителей медицинских учреждений округа с жителями стали традиционными и продуктивными. В ходе мероприятия удалось решить много вопросов в сфере здравоохранения муниципалитета. Чем это хорошо и привлекательно, это то, что мы можем вживую пообщаться с нашими жителями, услышать то, что их беспокоит. Безусловно, отреагировать быстро. Есть такие некоторые вопросы, которые мы на месте решаем. В том числе обмениваемся контактами для дальнейших каких-то таких непростых вопросов. Жительница деревни Пуговичина Валентина Березовская не пропускает ни одной встречи. Долгое время очень остро стоял вопрос ремонта ФАПа в населенном пункте. Благодаря совместной работе с населением проблему удалось решить. Сейчас медучреждение принимает пациентов в полном объеме. Регулярно приезжают и узкие специалисты. Бутай Гайдарович очень помог, очень, вообще, даже вот я просто благодарна, я им даже ходила к нему туда и поклонилась ему от деревни. То, что он что обещал, он выполнил. Многие видновчане старшего поколения приходят на встречи по совету знакомых. Знакомые у меня есть, и да, бывает, решают эти проблемы, записывают их тут же на прием, и решается этот вопрос. Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова ответила на все вопросы, интересующие жителей, и рассказала о переезде медицинской организации в новое помещение на Строительной улице. Этот вопрос благодаря администрации нашего Ленинского городского округа и Минздравам у нас как-то маленькими шажками мы идем к переезду. Мы обещали до конца года. Все обращения, полученные в ходе встречи, были взяты на контроль руководителями учреждений здравоохранения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.